Первая Lost Planet стала одной из немногих в 2007 году игр, ради которых люди покупали Xbox 360. Граждане с Capcom тогда выкатили настоящий хит. Несмотря на, прямо скажем, глупый сюжет, игра захватывала геймплеем. Действие происходило на заснеженной планете EDN-3, а мы в роли главного героя, которому, к несчастью, отшибла память, вели жестокую войну с акридами. Это такие страшные монстры, которые отличались весьма неуравновешенным характером и бросались на все живое. Причем среди них попадались очень страшные и большие особи. Наш страдающий амнезией друг использовал не только автоматы и дрободан, но мог практически в любой момент запрыгнуть в боевого робота, после чего начиналось настоящее веселье. Игра собрала массу положительных отзывов, так что сиквел не заставил себя ждать. Действие Lost Planet 2 снова разворачивается на знакомой нам планете EDN-3. Упорные колонисты Земли все-таки ее разморозили, так что теперь вместо бескрайних снегов кругом джунглей какие-то города. Впрочем, враги не изменились. Все те же акриды снова лезут из своих нор, пытаясь уничтожить непрошенных гостей. Гости, в свою очередь, выламывают дверь и гонят хозяев в шею. В отличие от оригинала, главного героя теперь не будет. По словам разработчиков, на планете полным-полно разных группировок снежных пиратов, так что мы будем играть за безымянного бойца одной из таких групп. Такой подход вполне оправдан, так как в этот раз разработчики уделяют самое пристальное внимание кооперативному режиму прохождения. Дело в том, что отныне игра рассчитана аж на 4 игроков, причем если живых напарников найти не получится, бойцами будет управлять компьютер. Практически все боевые ситуации зависят от успешной командной работы. Например, чтобы уничтожить вот такую тварь, нужно, чтобы один отвлекал ее стрельбой из ракетницы, другой бегал по спине, отстреливая какие-то шипы, а третий, находясь внизу, методично отпиливал уродцу лапы. Разумеется, никуда не делись эти самые боевые роботы. Многотонных машин стало еще больше, да и в размерах они изрядно прибавили, так что многими моделями просто физически невозможно управлять в одиночку. И снова на помощь приходит команда. Пока один рулит роботом, другие игроки усаживаются за пулеметы и разбираются с наступающими акридами. Конечно, все полезные предметы тоже делятся между группой. Очки здоровья одни на всех, так что криворукий игрок запросто угробит всю команду. Оружие и боеприпасы тоже нужно разделять поровну. Не стоит забывать и о распределении ролей в команде. Один может взять огромный щит и прикрывать группу от шквального огня противника, другому стоит подобрать тяжелое вооружение, третьему же взять автомат или дробовик. А вот очки за прохождение миссий выдаются каждому по заслугам. За каждое полезное действие, будь то убийство монстра или своевременная активация чекпоинта, игрок получает очки опыта. На них можно покупать новые скиллы, а также обновки для персонажа. Создатели особенно гордятся тем, что каждый сможет создать себе героя по вкусу, выбрать его внешний вид, подобрать уникальную одежду и так далее. Вообще говоря, складывается впечатление, что Lost Planet 2 очень сильно будет заточена именно под сетевую игру, а любителям побегать в одиночку будет просто скучно. Разработчики, конечно, утверждают обратное, и мы очень хотим им верить, но факты настораживают. Благодаря серьезно доработанному движку, графика в Lost Planet 2 будет намного краше оригинала. Любимцы публики гигантские акриды станут еще больше и страшнее. Взгляните вот на этого милашку. Мало того, что он отличается огромными размерами, так еще и битва с ним будет не из легких. А уж сражения в его желудке, мы уверены, будут еще долго преследовать вас в ночных кошмарах. В остальном тоже все сделано отлично. Замечательная анимация героев, яркие взрывы и, конечно, шикарные ролики. Жалко лишь, что не позволяется огнем жечь траву и джунгли. Кажется, интерактивности и разрушений будет немного. Но несмотря на этот досадный факт, играть в Lost Planet 2 будет снова очень интересно. Боевые роботы, огромные твари, весьма бодрые перестрелки и отличная графика. Игра выйдет на PC, Xbox 360 и PlayStation 3 в 2010 году. Как раз успеем подкопить деньжат на коллекционную версию, если она будет, конечно.